в деревне, вырос в деревне. Для меня там, цель родителей была привить к этому, к труду и дисциплине и порядку, поэтому я в своей жизни руководствуюсь буквально там на генетическом уровне вот такими принципами. Если говорить, там уже некоторые писали об этом, мечтал, кем мечтал быть, мечтал быть летчиком, не состоялось, поэтому пошел дальше в транспортную систему и всю жизнь здесь работаю. Семейное положение, четверо детей, все девочки, поэтому вот такой домашний, уютный тыл. Что касается работы, я основную деятельность, помимо обучения, там, в аспирантуре и защите кандидатской диссертации, работал в дорожных предприятиях. По сути, там, начиная от рядовых там, должностей, и уже 7 лет работаю в структуре органов государственной власти, в министерстве. Сначала был заместителем, потом уходил руководителем управления автомобильных дорог, потом уже вернулся в должности министра. Поэтому, это вот такая экспресс-биографическая справка, немного о себе. Если говорить о том желании, вот почему оно сформировалось и так далее, я уже неоднократно подчеркивал, с изменением вот этого регионального вектора управления, вообще региональной структуры управления в регионе, в нашем крае, со сменой губернатора, появилась возможность и была предоставлена альтернативность для участия в данном конкурсе. Говорить о том, что внутренне готов, не готов, честно скажу, конечно, я понимал, что, наверное, уже готов для аналогичной работы.